21 января в инжиниринговом центре набережной Челнинского института Казанского федерального университета прошел День открытых дверей инженерно-экономического колледжа. Мероприятие посетило более 400 учащихся из 38 школ города и районов республики. Перед будущими абитуриентами выступили директор инженерно-экономического колледжа Семен Романов, преподаватель колледжа Александр Харченко и ответственный секретарь приемной комиссии института Евгений Рябов. Мероприятие мы традиционно ежегодно проводим для информирования школьников текущего года выпуска о вообще нашем колледже, нашем университете, о тех специальностях, по которым мы ведем подготовку в нашем колледже, и о перспективах их дальнейшего вообще развития и обучения и в КФУ, и вообще. Они ознакомили учащихся с направлениями и специальностями среднего профессионального образования в инженерно-экономическом колледже, а также с правилами приема в 2023 году и количеству бюджетных и внебюджетных мест. Мы ожидаем, что выпускники, услышав о текущем перечне наших актуальных и востребованных специальностей, придут на учебу к нам, и средний балл в этом году поступивших повысится у нас. После презентации инженерно-экономического колледжа учащиеся задали интересующие вопросы спикерам, а также смогли подробно узнать о выбранных направлениях обучения. Иван Шаньширов, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Универньюз.